فإن الأزهر الشريف دوره الفاعل والمؤثر في العالم الإسلامي. Аль-Азхар играет значимую роль в исламском мире, так как он несет всемирную миссию по распространению правильного понимания ислама не только в Египте, но и во всем исламском мире. Это проявляется в том, что в Арабскую республику Египет, в университеты и колледжи Аль-Азхар прибывают студенты со всех краев света, из всех этнических групп и национальностей, чтобы получить правильное исламское образование. Также это проявляется в том, что Исламский научно-исследовательский институт Аль-Азхар и университет Аль-Азхар отправляют своих посланников во все страны исламского мира, чтобы они работали имамами и преподавателями и обучали правильному пониманию ислама. Это комплексная и постоянная работа, которой занимается Аль-Азхар с момента основания в 988 году. Также хочу отметить, что Аль-Азхар тесно сотрудничает с университетом Нур-Мубарак с момента основания. Его профессорско-преподавательский состав обновляется из университета Аль-Азхар. Это и специалисты по обучению правильному пониманию ислама, и специалисты по обучению арабскому языку. Это методология умеренности, которая против насилия и экстремизма. Методология, сконцентрированная на обучении мусульман правильному пониманию ислама. Я убежден, что университет Нур-Мубарак приносит пользу не только казахстанцам, но также студенты из других этнических групп и национальностей приходят в этот университет. В Казахстане благодаря этому университету уже есть профессора с учеными степенями по исламоведению и религиоведению. Надеемся на поддержку Всевышнего в том, чтобы этот университет продолжал приносить пользу, распространял правильное понимание исламской религии в Казахстане и в соседних странах. Также хочется отметить, как тепло встречает народ Казахстана профессоров и выпускников университета Аль-Азхар, и с какой страстью казахстанцы любят получать знания. Они садятся рядом, слушают внимательно, учатся и чуть ли не ходят за ними по пятам.